Итак, уважаемые пограничники, веду репортаж из аллеи пограничников города Казани сегодня. Вот такое у нас сегодня событие. Мы высадили сегодня 10 кедров сибирских на аллее, так как многие ребята служили именно в тайге. Вот продолжается высадка, сейчас ребята высаживают. И высадку производит Талгат Камалов, который служил в среднеазиатском военном округе. Вот как раз его вот это как раз кедр, который ему помогает делать Айрат Латыпов, ветеран пограничных войск подразделения Барс, и вот Талгат Камалов. Ну вот у нас сегодня такой получился мононациональный коллектив из татар, но столбики тоже и посвящены, и кедры ребятам тоже и русскоязычным, и татарам, ну все, кто были достойны при строительстве монумента. Как бы мы всех не забыли. И вот такая у нас сегодня идет панорама красивая. Осенняя. Всем доброго дня.